Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Пинфей. Пинфей – царь Фив, внук Кадма, главный герой трагедии Еврипида «Вакханки». Переодетый Дионис подговаривает Пинфея, пытающего искоренить в своем городе культ Диониса, пробраться в женском платье на оргию, устроенную в его честь. В результате Пинфей оказывается растерзанным, находящимся в состоянии вахического экстаза, фиванками во главе с его собственной матерью Агавой. Агава вбежала во дворец с окровавленной головой Пинфея в руках, и только речь старого Кадма привела ее в чувство. Образ Пинфея – один из самых сложных Еврипида, и было бы ошибкой считать Пинфея просто возгордившимся смертным, не желающим следовать воле богов и несущим за это заслуженную кару. Когда Пинфей противится Дионису, он поступает одновременно и как богоборец, и как блюститель нравственности, не желающий окунаться в стихию вакхического безумия. Только в самый момент смерти Пинфею удается разобраться в самом себе. Сам же миф о сопротивлении экстатическому божеству показывает враждебность греков к приходу и распространению восточного культа. Ну вот так вкратце о Пинфее, царе Фив, внуке Кадма, главном герое трагедии Еврипида «Вакханки». Пока-пока, до свидания.